Они вообще такие прикольные, ребята, несмотря на то, что это остатки. Остатки, короче, от прикольных часов. Обрати внимание на циферблатик, смотри. Раз, два, три, четыре. Четыре рыбки. Это Casio. Casio, смотри сюда. Вот отверточка. Слышь? Металл. Такой звук, вот как нержавейка или титан. Это остатки Casio. Смотри, какой ремешок. Грязный. Casio. Иллюминатор. Помнишь эту песню? Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе. Как сын грустит о матери, сын грустит о матери. А тут смотри сюда, клац. Да, эта каська летит, короче, под ремонт или на расходники. К сожалению, уважаемые эти собиратели часов, ну нет у меня такой большой жирной батарейки. Проверять не буду, продаю их без претензий и возвратов. Casio — это рыбацкие иллюминаторы. Посмотри сюда. Боковые кнопочки, кстати, все нажимаются активно. Это как, типа какой-то модный хронограф рыбацкий. Четыре рыбки, четыре кнопки. Что ж это за функция такая? Это походу ты этот выезжаешь на щучку там или на какую-то рыбалочку, плывешь, да, и тебе показывают, сколько рыб там плавает и на какой глубине. По-любому нарядные. А, вот, смотри. Fishing Gear. Рыбацкие Casio. Ребята, не прозевайте настоящие рыбацкие каски. Вот, смотри, тут еще 700 написано. АВВ 700. Быстрее всего это старые, старые оригинальчики. Ну, на запчасти кому-то по любастеру пойдут. По-любому пойдут.